Это у нас остров Сарва. Если неверно сказал, сори, я там давно не был. Поисковик Егор Климов обнаружил вот такую вот штуку. Но что оно? Это как бы древнее украшение, ну как бы ожерелье, так думают ученые. Да-да, оно из золота по периоду примерно 50-450 года нашей эры. В Эстонии это первая подобная находка. Данная находка может просто изменить понимание истории всей страны. И нет, себе он это не забрал. Не дали. А вот то, что находка так искорежена, говорит о том, что прятали, ну или потеряли, уже не украшение, а просто кусок золота. Может грабитель, а может быть это был боевой трофей. Ну а вот так вот, два парня, моих подписчика, решили проверить подвал. Чей подвал? Так не знаю, наверное, бабушки, мне не сказали. Но посмотрите, сколько всего интересного попало в кадр. И заметьте отдельно, какой оператор профи, нет слов. Вот это у нас самовар, ну когда-то был, просто ух, смотрите, с медалями. В то время это как бы знак качества, это награды производителя за победы и призовые места в разных выставках. А вот что это за штука, я не знаю, понятия не имею. Прицел может быть с какой-нибудь ракеты или с пушки, не знаю, если кто-то знает, подскажи, интересно.